Вы живодеры, не надо. Надо вещи называть своими именами. Меня зовут Светлана Ольга Александровна. И меня крайне возмущает то, что сейчас дают слово вот этим вот товарищам-провокаторам, которые пришли примазаться к нашему мероприятию. Да не порвет собака медведя. Так вы зачем что говорите? Травить, надо, тем более? Что это Наташка называется. А чтобы собака знала вот медведя. Если вы за это, вставайте сами на цепь, а возьмите лыжи и пойдите натаскайте сами на медведя. Своих а зачем нам связано на медведя посадите. Пусть на вас натаскивают. Вот вы сходите и отведите за лапы его да с, того, с той же они могилы. Они выходят, потому что вы убиваете их пищу. Сейчас вот все могилы раскопал медведь на Мироновой горе. Это что, нормальное явление? Так захоронения это с нарушением 13, ведь были. 13, не на нужной высоте. А вы знаете, что это медведь, он же людоед. Так а кто виноват? Кто виноват? Это нарушение норм вы думаете, что такое беленький, пушистый медведь? Вы мне объясните, пожалуйста. Я вот, может быть, что-то не понимаю. Собака может справиться с медведем? Нет. Нет. А зачем тогда ее травить на медведя? Затем, чтобы она не боялась его. А зачем? А затем, что зверь потерял страх перед человеком. Мы выступаем против притравочной станции, как против садизма. Да? На самом деле притравочная станция – это такое шоу, это развлечение для богатых людей, для садистов, таких извращенцев, которые вот любят, любят посмотреть, что же там на самом деле происходит. Притравочные станции – это школа для собак. Для людей есть школа и есть для собак. Вот и все. Такие. А то, что говорят, что там когти, там зубы вырывает, да. Это вообще неправда. Это нет такого. Целые стада. Ну так они не у нас же правила там все сделаны. Комиссия принимает. Да ладно, вы почитайте. И ради того, чтобы повесить башку. Да там не продуманное место. Вы что? Да какая разница? Большая разница. У нас культура. У нас комиссия целая принимает. Я вижу. Правильно животных запретить. Животных всех освободить. На планете мы не одни, оставайтесь люди людьми. Охотник, когда идет на охоту на медведя с собакой, с двумя, там, с тремя, собака цель ее остановить этого медведя, и все. А не то, что там собака его разорвет. Это совсем другая точка зрения, как у них 130 собак допускают, они медведя рвут. Нет такого, есть правила. И по правилам больше двух собак на медведя не выпускается. То есть это делается как бы работа собак в паре. Разрешают вот этим быть живодером. Вопрос о правке требует решения. Прекратим кровавые развлечения.